Что тебя побудило сюда приехать? Ну, эта война, она не местного значения. Это война это зло, которое затрагивает всех людей. Когда убивают детей градами, здесь уже понимаешь, что это касается всех. Ты воевал раньше? Раньше нет. В армии служил? Гражданская профессия. Гражданская профессия, ну, энергетика, так сказать. Я понял. Наверное, ж не просто было вот так вот взять, бросить работу, семья ж, наверное, есть. Да, не просто. И проблемы возникли из-за этого. Ну, как родня отнеслась? Надеюсь, что эти проблемы решатся. Как родня отнеслась? Мать благословила. Ты молится за меня сейчас. Дети полностью понимают мой поступок. Супруга несколько так вот напряженно отнеслась. И вот это вот и есть моя проблема. Что... Переживает, наверное, естественно. Как давно ты здесь, на Донбассе? Около 2 месяцев. Понял. Тебе приходилось сталкиваться непосредственно с хунтой, с их действиями? Нет, лицом к лицу нет. Ну, с действиями, со следами, да. Видел расстрелянные машины, вот, под Иловайском, разбомбленные дома. Это видел. Как можешь охарактеризовать их методы ведения войны? Ну, зверские просто-напросто. Я не видел, конечно, Великой Отечественной войны своими глазами, но вот увидев, что здесь творится, мне кажется, на Великой Отечественной войне, наверное, на Второй мировой такого не было. Ну, как ты думаешь, что с ними случилось, что они так своих недавних соотечественников убивают? Вот мне и непонятно, что с ними случилось, что у людей в голове, почему у них такое вот, такая ненависть ко всему живому. К жизни вообще, к людям. Вот это вот и есть какое-то зверство нечеловеческое. Мне непонятно, почему они так поступают. А вот если брать взгляд из России, как вот в России правдиво освещают события здесь? Да, правдиво. Там есть некоторые отдельные лица, которые пытаются также вот на украинский манер это все освещать. Ну, они выделяются на всеобщем фоне, и понятно, что у них ложная точка зрения. Это в основном, конечно, нормально освещается, правдиво. Ну, а как настрой? Ты готов до Киева идти и дальше? Конечно, только так. Как ты думаешь, чем это все закончится? Я желал бы, чтобы это закончилось освобождением всей Украины до самого конца. Потому что Львов это никогда не был никаким польским городом. Я имею в виду основатель того же Львова, это князь Лев, русский князь Лев. Это все Русь, это все святые места. Киево-Печерская лавра для меня очень такая святыня большая. Я хотел бы, мечтал бы побывать в ней, в пещеры, посетить пещеру, увидеть там святых, которые лежат своими мощами в Киево-Печерской лавре. А нынешние, значит, новые правители Украины делают так, чтобы это невозможно было для меня. Я понимаю, что это неправильно. Кроме того, есть Почаевская лавра на западе Украины. Там бы хотелось бы побывать тоже именно. У меня дома даже икона висит Пресвятая Богородица Почаевская. Причем она висит
уже давно, много лет, еще до всех вот этих событий, прям в спальне в моей, вот как бы по духу оно мне близко. А тут получается, что теперь эти территории вдруг должны быть как-то изолированы. Если я не буду скакать, то я туда не попаду. Но скакать не будем, я думаю, попадем. Глупый вопрос, но тем не менее, как ты думаешь, когда закончится война? Трудно мне, лично трудно на этот вопрос ответить, потому что еще я здесь очень мало как бы понимаю во всех вот реалиях событий. Конечно, здесь возможно, если таким стремительным натиском идти, то может быть и быстро закончится. Возможно, но дают отбой, дают остановки, перемирие. Вот здесь вот трудно что-то предполагать. А как ты видишь будущее Новороссии в составе какого-то другого государства или как суверенное государство? В каком плане оно будет построено? То есть на православных началах? Государство построить на принципе, чтобы было, значит, оно было именно духовное, да, церковное, это очень здорово. И пример истории мы знаем, Византия. Вот. Но и она же Византия, она же и распалась из-за проблем внутренних. Когда один начинает над другим возноситься. Все это же здесь есть уже, здесь уже в молодой Новороссии, в зарождающейся Новороссии, уже здесь видно. То есть, если эти проблемы пытаться решать и преодолевать, то возможно и построение такого государства, на мой взгляд, возможно, по примеру Византии, да, православного государства. Для меня, я вот православный верующий человек, для меня бы это, конечно, было бы очень здорово. Вот. Но опять же реальность показывает, что может быть это будет очень трудно сделать. Поэтому, понимая вот это, я так предполагаю, что возможен какой-то другой вариант. Вот. Возможно, это будет часть России, вполне возможно. Возможно, это будет суверенное государство, вот, ну, с такими же государственными принципами, со своей конституцией, именно человеческим отношением к людям, не зверским таким, как сейчас на Украине хунта говорит, а человеческим отношением. Ну, так. Сначала боев за аэропорт очень пострадал Свято-Иверский женский монастырь. Он здесь находится недалеко, там практически все разрушено, пробиты крыша, полностью разрушено кладбище. Вот. Но иконы, слава богу, пострадали не очень, практически не все. Как ты к этому относишься? То есть появилась ли какая-то ненависть? Нет, ненависти нету. И ее не будет, потому что ненависть – это разрушающее чувство. Ведь почему ненависти нет? Объясню. Все, что творится здесь, это же все Господь попускает. И, значит, что-то было и здесь в людях не так, потому что в итоге вот такое получается. И поэтому ненависти нет. Надо задуматься, что не так было. Почему такое попущено. Вот. Но те, кто рушит это все, не ненависть к ним, а их просто надо остановить. И не дать им вообще никакой возможности
ничего абсолютно осуществлять. Вот и все. Ну, без всякой ненависти. Холодным, расчетливым таким рассудком, трезвым умом так вот оценивать ситуацию. А ненависть, она слепит ярость вот так. Пожелаешь что-то народу Донбасса? Да, конечно. Желаю терпения. Терпения. Желаю, чтобы все-таки сердца не ожесточались у людей. Чтобы выстоять вот в этой войне, в этом испытании, выстоять, именно утвердиться как народ, как братство, как вот государство новое. Вот. И чтобы в итоге любовь везде была потом, чтобы потом земля расцветала, чтобы поднимать эту землю, чтобы дети снова смеялись, чтобы это был край счастливый любви. А есть что передать регулярным украинским войскам и карательным батальонам, которые вот тут находятся недалеко и ведут боевые действия против нас? Да. Просто складывайте оружие и бегите подальше. В Америку, в Европу, если вас там ждут. Потому что будущего у вас нет, ни ближайшего и не последующего. Будущего нет у вас. Вы просто будете уничтожены. Все. Поэтому быстрее текайте, ребята. Прыгайте и текайте подальше.